Вопрос для Нижегородской области абсолютно приоритетный, потому что мы считаем себя спортивным регионом. Действительно сконцентрировались на различных направлениях массового и детско-юношеского спорта здесь сейчас. В частности, на студенческом спорте. Для этого делаем тоже очень много. Здесь коллеги как раз отметили положительный опыт Нижегородского государственного университета имени Лобачевского в этой части. Ну и отдельно вовлечение детей через школьные и дошкольные учреждения. У нас более 3700 учреждений задействованы в обучении спорту. Более 90% молодых людей до 30 лет занимаются спортом. Если говорить про возраст от 3 до 18 лет, это вообще около 95%. То есть это очень высокие показатели.